Всем добрый вечер, это Бульбаш ТВ. С вами Мартинкевич Екатерина, свидетельница, красавица и просто замечательная подруга Даяны. Сегодня мы находимся в горячей точке планеты всей Калмыкии. Свадьба замечательных Даяны и Арслана. Я имею честь вести частично замечательный вечер и брать интервью у гостей. Пойдемте в народ калмыкский. Вы скажите, вы счастливы сегодня? Да. Жизнь удалась? Удалась. Отлично, супер. Танцуй нам что-нибудь, пожалуйста. Ну чуть-чуть, давай. Ну давай, со мной вместе, давай. Петя, Петя, поедешь со мной в Беларусь? Поедем. Как найти жениха за два дня? Дядя, это Бульбаш ТВ, мы сейчас снимаем видео. Да. Да, дядь, вы пьяны? Нет. А что пьете? Коньяк. Хорошо, а в Беларусь поедете с нами в гости? Конечно. А какое, что про белорусов знаете интересного? Беларуси? Очень мало, что там Лукашенко, батько. Горячие малютки, уже вторые сутки, сходят с ума, кому какое дело, чтоб тело загорело, и море закипело. Всем привет, мы опять здесь, в горячей точке планеты. Это Хоня, свидетель, мой жених, да? Да. Скажи на камеру, что ты мой жених. Что да, я сегодня и жених, и я парень. Сегодня, а завтра что? А золотая свадьба? Поживем, увидим. Вот калмыкские мужчины непостоянные. Все, супер. Давай поцелуй меня. Итак, у нас самая завидная невеста Калмыкии. Эля. Эля, ты любишь деньги? Люблю. А что ты выбрала? Деньги вы или вот мужа бедного, но хорошего? Мужа бедного, но хорошего. Видите, вот такие девушки прекрасные живут в Калмыкии. Отлично. А олигарх отказалась бы. Вот. Вот она. Телефон. Надо записывать телефон. Даяночка, ты счастлива? Очень-очень. Супер. Так, ты с первого взгляда поняла, что Арсик твоя судьба. Да. Что он, о боже, твой мужчина. О боже мой. Отлично. Кайфуйте. О боже, какой мужчина.